musimy też odmówić. Gdzie jest tam zawtrak, gdzie jest... Harbierka, ale... Заместитель директора центрального общества. Пан Николай Владимирович. Просто я звонил в Орду. Я глава корабельной администрации Светлана Александровна. У меня информация. Еще час назад должен был общежитие. Информация с области. Что-что? Какая информация? Час назад должен был еще подключить. Кто вам такое сказал? Вы видите? Это что? Но это только сейчас произошло. После гарантий, которые вы взяли от вот этих всех людей. Мы думаем, что завтра вы выполните эти все гарантии. Хорошо. Мы ждем ваших гарантий в виде поступления денежных средств в наши расчетные счета, дабы в дальнейшем не повторилась эта ситуация. И ваше... Но руководитель ваше... Молчат? Нет, говорят, откуда Владимирович. Я руководитель в южном филиале. В южном филиале? Да, и в филиале города Николаева. Я заместитель директора центрального округа. Понятно. Да, пожалуйста, примите все меры для того, дайте чтобы... Давайте меняемся телефоном, и у голова я зам, чтобы мы просто имели связь с вами. 050. Есть. Есть. 493. Есть. 01. Есть. 23. Харбенко, Алла Юрьевна. Хорошо, спасибо. Вы контролируете тот вопрос, который вы дали нашему руководителю, чтобы деньги зашли на наши расчетные счета. А люди завтра приходят к нам обговаривать этот вопрос. Ответственные есть люди, которые, я говорю, контактные телефоны, номера все есть, да? Чтобы... Что нам говорит? Вам, что говорит, тоже пока. Понятно, значит, уже прокуратура будет. Что вам говорит? Значит, мы тогда в рабочем порядке, завтра кто будет конкретно, где мы будем встречаться? Два человека. Пожалуйста, Металлург 226, на 9 часов утра. Я жду представителей. Расширим, чуть больше двух минут. Что? Если это еще раз определить. Я готова. Но если я приду, потому что они юридически не подкованы. Я готова с вами общаться. Берите 8 адвокатов, 9 адвокатов. Приходите все вместе, готовы со всеми общаться. И разъяснять моменты, процедуры, не все знают таких нюансов. Давайте, может, было бы хорошо, чтобы взяли девушку, в которой муж сейчас на Артема проводит дом. По такой же схеме, по монтажным работам. Девушка здесь живет, у нее муж монтажник, и Артема сейчас приводит. Они разработали проект. Кто разрабатывал, кто изучил? Ну, она сказала, что у нее здесь... Кто за это деньги? Мой, за разработку. К ней вопросы. Я поэтому говорю, чтобы девушки... Я сейчас озвучил представитель, всем нам озвучил, да? Облэнерго. То, что СКП «Бур» тоже так уже заплатила деньги свои собственные за разработку проекта. Хотелось бы, чтобы представитель был, СКП «Бур» тоже, чтобы подтвердил или опроверг эту информацию. Они вообще не в курсе ни в чего. И не могут дать ни на один вопрос. Мастер не может. Хорошо. Этой проверкой будет заниматься прокуратура. Альберт, они представители администрации. Кто город давал проект, или город, так или город, я считаю, что это администрация из какого-то города, так оно и тоже составляющее. Да они просто не занимались ничем. Они раньше не приехали. Жители дома, не ходили на департамент. Они не ходили на департамент, они люди не виноваты. Я посмотрела, ведомо. Подождите, хочешь сказать, что жители виноваты? Да, хочу сказать, что... Вам представители не нужны? Спокойной всем ночи. Спасибо.